Всем привет, друзья! Мы снова залетаем в топ с невероятной формой в чат-рулетку. В этом выпуске будет дофигища девушек. А точнее, весь выпуск будет из девушек. Ни одного парня в этом выпуске не будет, кроме меня. И ботана, конечно же. Короче, сегодня будет противостояние ботана и Арчо Морриса. Мы будем задавать девушкам три вопроса. Сколько нам лет? Какой балл от 1 до 10 они дадут по лицу? И какой балл от 1 до 10 они дадут по телу? И посмотрим, кто же выиграет, ботан либо Арчо Моррис. Смотрите до конца, потому что сначала буду я, а во второй половине ролика будет ботан. Не забываем, что нам нужно собрать 10 тысяч лайков. И тогда выйдет следующий ролик. Мы тут с другом сидим в чат-рулетке. И у нас спор. Можно тебе три вопроса задать? Давай. Сколько мне лет, во-первых, как думаешь? Ну, лет 23-24. Допустим. 21. 21, допустим. А ты сколько думаешь? Ну, 29. Сколько, 29? Нет, столько еще никто не давал. 19. Неплохо. 23. 22. 22, допустим. Привет, девчонки. Стойте, не уходите. 16, наверное. Нет, подожди, 19. Определитесь, давайте. 19. Допустим. Ну, лет 20. Ты тоже думаешь? Да. 20. Здрасте. Сразу такая веселая стала. Ну, слишком большой дядя мне попался. А ты меня знаешь, нет? Нет. А, блин, я тогда узнаешь. Ну ладно. А тебе сколько лет, что я такой большой? 18. А почему большой-то? Короче. Ну, на вид. На вид. Ты очень милашная, кстати. У нас, спасибо. У нас с другом, короче, очень важный спор, и у нас три вопроса. Ты его тоже можешь встретить в чат-рулетке. Хорошо, короче, отвечу. Первый вопрос — это сколько мне лет, как думаешь? 23 года. И это, по-твоему, много, да? 23? Нет, мне на самом деле 28. Куда я? 20? 20. 20 с чем-то. 20 с чем-то — это сколько? 29? Сейчас, подожди, давай сплю. Ну, 22, наверное, 20. 22. Первый вопрос. Как думаете, сколько мне лет? Ну, 26. 20. 26 или 20? Ну, я 20 говорю, он 26. Хорошо. Блин, нифига себе, у вас разброс там 6 лет. 22-25, окей. Покажи, какую прокладку надевать, прошу тебя, умоляю. Давай потом на три вопроса ответишь. Точно больше 30, мне кажется. Ну, надо точно сказать цифру. Давай 25 будет. 25, да, нихера себе, нормально. Ну, лет 25. Нормально. Как думаете, сколько мне лет? 25. 20-25, окей. 27. Нет, 22. 26. Она ближе всех была, 27, 20. Ну, сейчас пока что 27, 22 апреля 28 будет. Красава. Насколько вообще я по внешке, по лицу от 1 до 10 выгляжу? 9. По лицу? 8. Да. 9. 7. По лицу. Сколько, какую оценку по лицу дашь от 1 до 10? 6. 6. По лицу? 8. 8, да. Все 8. По лицу от 1 до 10. Восьмерочку. Семерку. Второй вопрос. Какую оценку дашь по лицу от 1 до 10? Десятку, да. О, нифига себе, десятку. Спасибо. 7-8. 9. Ну, 8-9 также. Угу. Второй вопрос. Какую оценку бы дали мне от 1 до 10 по лицу? 8 или 7. Да, 8 или 7. 7,5 скорее. Окей. Да. По лицу. Сложно, не знаю. Ну, 6. 10. Нихера себе, у вас разброс. Ну, наверное, 8. 10. Насколько бы оценили меня от 1 до 10 по лицу? 7. 7, да. 7. 10. 7. 7, 10. Я не могу оценивать. Ну, честную оценку говори. 7. 7, 10, 7. А по телу? 10. И теперь последний, третий, это по телу. Из 10? Да. 105. Спасибо большое. Если его встретите, там по нулям ему все поставьте. Давайте. А теперь по телу. Ёкопай. 10. Спасибо. Нет, наверное, 9, типа, слишком перекачанный. Я не люблю слишком накачанный, но... Понял. Если 3, то 10. Все, спасибо большое. По телу. До 10? Да.
6. 6? Почему 6 по телу? Я не люблю мышцы просто. Понял. А тебе больше жирные нравятся или что? Нет, тоже не люблю. И мышцы не люблю, когда выделяются сильно. А каких любишь? Худеньких, что ли, или как? Нет. Я тоже не люблю, знаешь, когда среднячок такой, когда просто, ну, не знаю, не люблю прям, когда рельеф видно. Понял, понял, спасибо большое. Теперь по телу. 10 из 10. Ну, это... 10 из 10. Подожди, 8, тоже 8. Тоже 8? 10, 8. Спасибо большое, девчонки. И третий вопрос, это по телу. Тоже от 1 до 10. 100 из 10. Спасибо большое. И третье, это по телу. От 1 до 10. 10. Нифига себе. Спасибо. Ты тоже очень милашная. Давай, спасибо. Удачи, удачи тебе. Расскажи все, как есть. Десяточка. Десяточка? Спасибо большое. И третий вопрос, это по телу оценку. Тоже от 1 до 10. Просто сотка. Сотка просто. Спасибо большое. Третье, это по телу. Классное тело. Классное тело. На сушке нет. Ну, да, короче, классное. Я всегда так выгляжу. 10 из 10. Спасибо большое, девчонки. Давайте, удачи. 11 из 10. Пока. 11, давайте, пока. Удачи. Теперь третье по телу. Ё-моё. 10. 10. Спасибо. Тоже 10. Девятку. 9-10, да? Третье по телу. Боже мой, все 100. 10, да, из 10? Спасибо большое, девчонки. Ну что, друзья, время ботанов писаться в эту зарубу. Честно говоря, результат вас поразит, потому что он поразил меня. Смотрим. Привет, красавица. Привет, красавица. Привет, красавица. Привет. Привет. Почему меня все проматывают? Привет! Привет! У меня есть к вам три очень важных вопроса. Ну? Один вопрос. Как думаете, сколько мне лет? 25, ладно. Ну, 28. Ну, 25. Допустим. Привет. Ты такая милашка. Спасибо. А у меня есть к тебе три вопроса. Сколько мне лет? Лет 20. 20? Привет, красавица. Как ты думаешь, сколько мне лет? 37. Допустим. 27. Ну, лет 30. Допустим. 26. 28. Допустим. 32. 32. 48. Допустим. Ну, лет... Очко оторвалось. Сколько? Ну, лет 30. 30. 25. 20. Сейчас 20, да, будет, потом 15. Допустим, подождите, сейчас я очко... Ты мелочица, 5. Сейчас я очко вставлю, что-то он... А, блин. 22. Допустим. 25. 10. 86. Ну, давайте реально, без шуток. 26. Ой, здравствуйте. О, какие губки. Ты так смешно это делаешь, японский конь. Ну, в смысле, не ты японский конь, а просто японский конь. Ну, я бы сказала, лет 25-26. 30. 30, допустим. А насколько вы бы меня оценили от 1 до 10 по лицу? 2. Ага. А остальные? Очки сними. Не, я ничего не вижу без них. Ну просто сними. А нормально можешь сделать? Глаза открой, дебил! Глаза открой. Нормально, сделай лицо! Ты конченый! Нормальное лицо сделай. Но быстрее, нормально. Я ничего не вижу. Нормальное лицо, просто сделай вот так нормальное лицо. Можешь волосы вот так вверх сделать? Ну, 6. Спасибо. 7. О, нифига! Насколько бы вы оценили меня по хлебальнику от 1 до 10? Грубо-то по лицу. По лицу. 8-9. Ну да. Второй вопрос. Насколько я выгляжу по лицу от 1 до 10? 10. 9, чтоб не расслаблялся.
Не, давай нормальную цифру, сколько считаешь, правда. Может, 10. Два, может, два? 10. Я, по-твоему, красивый, хочешь сказать? Да. Это что за вопрос? Ну, социальный? Да, просто, ну, ответь. Сколько 10 мне? Ты что, самооценка завишена? Только не свайпай, подожди мне. А почему 10? Я ж выгляжу как даун. Да, подож... да ну, блин, 10. Вы обе по 10 мне даете? Ну, 10 и все. Насколько я страшный? Ты не страшный. Ты не страшный. Ну, от 1 до 10. 1 это страшный, а 10 это очень красивый. 9. 8. Да, 9. 9. 6. Давай будет 5. 5. 9. 9. 1. 5. 5. Второй вопрос. Оцените мой хлебальничек. Хлебальничек от 1 до 10. А, ну, это как это сказать, проценты какие-то, да? Ну, если вы 10 поставите, я... Шутка. 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 5. 5, а? Я 8. 8. А, теперь по телу. 9. Слишком накачанный. Или 8. И третье. По телу. Сотка из 10. На самом деле я прикалываюсь, я не такой. И третий вопрос. По телу. Тоже 10. Блин, ни хрена себе. Это ты сейчас без шуток или с шутками? Без. Как это работает, блин? Они ставят ботану больше, чем нормальному мне. А по телу тогда? 100 из 10. Черт, почему мне девчонки в образе дают 10, а нормальному мне по 7? Это как нахуй? Почему так? Не знаешь? Нет. Я без очков и с нормальной прической хуже выгляжу, да? Нет. А какого хера? Мне 7-6 дают. Третий вопрос. По телу от 1 до 10. 10. Охренеть. Ой, я у всех девчонок спрашиваю. Короче, у меня прикол, знаете, в чем заключается? Я без этого образа, нормальным, с офигенной прической, без очков, короче... Снимал, все дают там 6-7 мне по лицу. А с таким образом идиотским мне десятку все дают. Я вообще не вкуриваю. Ну, надеюсь, мы на ТикТоке себя не увидим. Не-не-не. Вы просто объясните, почему так. Типа, я в таком ублюдском образе, мне десятку дают. В каком ублюдском? Нормальный образ. В очках это уже ублюдский образ. Мне понравилось. Не, ну просто это даже не очки, это вот как бы... Муляж. Да, ну как бы нормальному мне вот такому, типа, да дают, нормально. Дают 6-7. Так хуже выгляжу, да? Блин. Не, ну фу, нормально. Мне нравится. Ну ладно, спасибо, девчонки. Третий вопрос по телу тоже от 1 до 10. 11. Без очков, с хорошей прической у девчонок. Они мне давали 6-7 по лицу, а вот с такой идиотской прической и с вот этими очками все десятки дают. Я такой, чё? Я вообще не понимаю прикола, просто. Я думал, сейчас мне лепить все двойки будут, а тут десятки все дают. Я такой, блин. Теперь буду вот так ходить по улицам. Не люблю качков. Ну, давай, оценивай тогда. По телу, да, молодец. 10, но не люблю качков. Ответ принимается, спасибо, хорошего вечера. 10. Спасибо, родные. Начинает сглаживаться с нормальным Арчо Моррисом, там шестерочки пошли. Уже более так страшненькие даже. 10. Кайф, спасибо большое. 0. Спасибо большое. Хорошего вечера. У тебя соревнования с другом, да? Да. Мы его видели. Серьезно? Да. Нихера себе, а когда видели? Сегодня раньше. Это походу те, которых я попросил, когда я нормальный Арчо Моррис был, попросил меня оценить, вот который ботан буду на нули. Если его встретите, там по нулям ему все поставьте. Давайте. Писец, ор.
Коматоз, ё-моё. По телу теперь третий, от 1 до 10. 3. 3? 8. Нихера ты по телу занизила, 3. Я 14 лет для чего качался? 8, я сказала, все. Ну 8 еще куда не шло, обычно десятку стоят. Она вообще 3 поставила, ты че? Ну вот и все, друзья, к сожалению, этот прекрасный, распрекраснейший ролик закончился. Как всегда, если вы хотите накачаться и иметь красивую форму к лету, то вы можете перейти на сайт beastaesthetics.com по ссылке в описании. Это мой сайт с моими программами тренировок и питания. Огромное количество положительных отзывов, очень много ребят достигают успеха. И скидки на все программы 70%. Залетаю, успеваю. Ну а так, мы увидимся в следующем выпуске.